Tere, kallid õpilased! Mina olen teie õpetaja ja täna on 13. aprill. Täna meil on kordamistund. Kordamistund, урок повторения. Täna me kordame veel kord, mida te kordasite iseseisvalt. Повторим то, что вы повторили самостоятельно. Ja alustame. Nii, tegusõnad. Me õppisime teiega väga palju tegusõnu. Ma очень с вами много учили всяких разных глаголов. И поэтому вы заметили, что в этом повторении было очень много глаголов. Глаголы очень важная часть речи. Поэтому, конечно, учить их надо обязательно. Я надеюсь, вы уже все знаете. Ni, aga siin on tegusõna meeldima. Meeldima, нравится, meeldib всегда требует le окончания, да? Кому нравится? Маме нравится, эмале meeldib. Папе, isale meeldib. Мне, это уже местоимение, мулле, выучить надо наизусть, Мария, Марияле, другу, собрале, ребенку, лапселе. Ни, siin on teil vastused, te võite ennast kontrollida, всегда можете повторить, проверить себя. Ни, neid... Асесону, местоимение, вы должны просто знать, вы должны выучить. Куи те ei ole veel õppinud, palun õppige. Mulle meeldib, sulle meeldib, talle meeldib, ему нравится, meile meeldib, нам нравится, teile, вам, neile meeldib, им нравится. Nii, nüüd need tegusõnad te peate juba teadma. Ходить. Käima, guled, jalutama, itsi, minema, nii putem glagol, hadid, käima, itsi, minema. Dielad, tegema, i sõbirad, koguma. Nii, siin on teil jälle vastused. Ja ma kirjutasin ma infinitiivi ja da infinitiivi. Nii, ja siin on tegusõna käima, ta on väga lihtne, очень простой глагол. Я думаю, что вы смогли сами повторить. Это си глагол, то есть обычный в прошедшем времени. У него будет си, ма кейсин, са кейси, та кейс, эй кейнут. Очень внимательно смотрите на отрицание нут в прошедшем времени. Vaatame edasi. Jalutama. Jalutama on samuti väga lihtne tegusõna. Очень простой глагол. В нем ничего не меняется, ничего не изменяется, не прибавляется, не убавляется. В корне никак, ничего не происходит. Вот. Поэтому вы можете проверить себя в любой момент и в любой момент подсмотреть в правильные ответы. Ma jalutan. Ei jaluta. Ma jalutasin, ei jalutanud. То есть, как вы видите, в корне ничего не изменилось. Мы добавили просто нужные окончания и суффиксы. То есть, в прошедшем времени это суффикс си, jalutasin. Lähme edasi. Minema. Minema on erand. Minema – это исключение. Minema вы учите наизусть. Как будет «я пойду»? В настоящем времени. Олевикус. Ма лехен. Ты са лехет. Он та лехеп. Мы ме лехеме. Вы те лехете. Они над лехеват. И не пойдут. Эй лехе.
Ja nüüd minevik. Minevik on samuti erand. Ma läksin. Sa läksid. On. Ta läks. Me läksime. Вы пойдете. Вы пошли. Те läksite. И они пошли. Над läksid. И отрицание. Ei läinud. Я выделила вам эти формы, чтобы вы тоже понимали, что они очень исключительные, так сказать. Nii, tegema. Tegema muutub. Tegema меняется. Поэтому с ним будьте тоже внимательны. Ma teen. Minevik. Ma tegin. То есть это исключение, у него си не будет. Ma tegin. Sa tegid. Ta tegi. Me tegime. Te tegite. Nad tegid. Ei teinud. Запомните эту форму. Ei teinud. Tegusõna koguma on väga lihtne. Ei muutu midagi. Me ei pea midagi sinna kirjutama. Kõik on väga-väga lihtne. Te võite ise kontrollida. Nii, aga mis sõnu me veel teame ja oskame moodustada tegusõnast koguma? Kogumine. Собирание, собирательство. Кокуя. Тот, кто собирает. Коку. Какое-то собрание или коллекция. Мы кõige seda õppisime. Nii. Nüüd kontrolli ennast. Ma loodan, et sa kontrollisid. Я очень надеюсь, что ты проверил себя. Давай теперь узнаем правильные ответы. Nii, маме нравится гулять в лесу. Маме. Мы уже говорили, что если нравится кому, добавляем ли окончание. Эмале нравится. Мельдип. Мельдип требует у нас да инфинитива. Да, помните, что у нас есть май да инфинитив. Я только что вам это напоминала. И мы говорили с вами уже много раз, что определенные глаголы требуют ма инфинитива, определенные да. Так вот, мельдип требует да. Ялутада. И в лесу вы уже тоже прекрасно знаете, что если где, то это окончание с. Мецас. Не, вчера. Эйле. Я ходил, ма, ну-ка, как будет ходил, кайма, правильно, ма, прошедшее время, кайсин, и кайма, мы тоже с вами учили, вы знаете, требует вопрос, где, кинос, или ма кайсин кинос, летом, сувель, ме, ходим, то есть это настоящее время. Мы ходим. Мы кайме с семьей. С кем, с чем? Это окончание га. Вы уже это знаете. Перега. Опять ходим где? В зоопарк. Лома айя с. Лома айя с. Мне нравится. Мулле. Мельдип. Делать фотографии. Я начну со слова фотография. Фотосит. И делать. Теха. Опять да, инфинитив. Мне нравится что-то делать. Мельдип. Теха. Мой брат. Minu vend собирал, прошедшее время, будьте внимательны,
kogus. Nakleiki, teil oli juba see sõna. Kleepse. Мне нравится делать чего фотографии. Фотографии во множественном числе. То есть не просто множественное число, а как бы чего. То есть эта форма немножко изменилась. Вот. И собирал наклейки, тоже форма немножко поменялась. Потому что собирал в эстонском языке как бы не что, а чего собирал. Сегодня тана, мы идем. Какой-то глагол. Каймо или минама? Мы идем. Это минама, потому что каймо – это ходить. Тана ме лахеме. И вот уже глагол минама требует нас обязательно куда. Кино. И эту форму с вами куда мы тоже учили. И если вы заметили, это была только первая часть нашего повторения, то есть будет еще одна. Вот. И там мы тоже обязательно повторим формы куда. Вот эти вот короткие формы обязательно. Ни, сынат, митат, пятта, киндласти, театма. Обязательно их надо знать, обязательно их надо выучить, если вы еще не выучили. Ни, мэнгима, мита, я келлега. Еще один очень важный момент нашего повторения — это то, что у нас глаголы хотят определенных вопросов. Но, тем не менее, в эстонском языке это называется управление глаголами. То есть мы как будто управляем, да? Хотя кажется, что глаголы управляют, потому что они как бы требуют от нас, чтобы мы использовали определенный вопрос. Я вам уже только что это показала на примере Кайма, да, то есть макайсин кус, я ходил где, то есть в русском языке я хожу куда, да, а в эстонском я хожу макайсин, я ходил кинос, где, в кино, вот, то есть вот это и есть управление глаголом. Глагол кайма требует от нас вопроса где, и мы обязаны с этим считаться. Ни, мэнгима. Ну вот у мэнгима два вопроса мы видим, ну даже три, да? Мэнгима мида, играть во что? И мэнгима келлега, миллега. С кем, с чем? Ну вы, наверное, все уже догадались ответы. Мэл писима сону у мэнгима палли, играть в мяч. Мэнгима ялк палли, корф палли, вырк палли. Я си смелю ли ве ласти палли. Сону мэнгима пейтуст, в прятки играть. Мэнгима кабет, малет, кабет в шашки, малет в шахматы. Лауа мэнгу, в настольную игру. Кексу, играть у нас в классике. Кулли, в догонялки, кумикексу, в резиночку. Если вы хотите сказать, что я играю в компьютерные игры, да, игр у нас много, поэтому у нас тоже появляется вот эта вот третья форма, да, мы говорили там первая, вторая, третья форма. Это все третья форма, вот у этих всех словах это была все третья форма. Вот, и здесь, если вы играете в компьютерные игры, то здесь не просто третья форма, она еще и во множественном числе, да, то есть это осостав во множественном числе. Играть во что? Арвутименге. На данный момент вы просто должны запоминать эти формы. Ни, якуйме мэнгиме келлега, миллега, сис ме мэнгиме нейтекс аутога, нукуга, келлега, веннага, вэй уэга, миллега, мэнгу, асья, дега, с игрушками. Это тоже форма множественного числа. Да, вам как бы кажется она похожей, но какой-то немножко странной. То есть просто запоминайте. Играть с игрушками. Мэнгима, мэнгу, асья, дега. Я уже вам как-то говорила, что вот этот вот суффикс, это называется «де», оно как бы отвечает за множественное число. То есть если вы видите «д» суффикс, значит, это слово во множественном числе. Но подробнее говорить нам с вами об этом еще рано. Просто запомните. «Мэнгу асиатека».
Nii, lähme edasi. Veel kaks tegusõna, mis meil olid võitma ja kaotama. Võitma, побеждать, kaotama, проигрывать. Nii, tegusõna võitma. See natukene muutub, оно немножко меняется. Я надеюсь, вы заметили, et te märkasite võitma, aga ma võidan. Ei võida. Ja minevikus on kõik nagu korras, все-все у нас в порядочке, кроме вот этой формы. Да? Третья форма, посмотрите внимательно и запомните. Та võitis. Lähme edasi tegusõna kaotama. Tegusõna kaotama on väga lihtne, seal on kõik okei, там все у нас в порядке. То есть форма делается очень-очень легко, я надеюсь, вы их повторили. Nii, ja siin on paar sõna. Te teate, et kui me lisame ja suffiksid, siis meil tuleb inimene välja, et võitma, võit. Ja победитель kaotama проигрывать, kaotaja проигравший. И тоже два слова добавила на всякий случай. Выйт победа и kaotus поражение. Nii, veel kaks tegusõna, mis on väga-väga tähtsad meie jaoks, очень-очень важны для нас эти глаголы были, это unistama и unustama. Уни – это мечта, уни – это, извиняюсь, это сон, унистус – это мечта, унистама – мечтать, и унустама – это у нас забывать, очень похожие глаголы. Меняются они очень легко, то есть я не буду заострять на этом внимание, да, я надеюсь, вы повторили, не повторили, можете повторить. Вот, унустама, то же самое, ничего у него не меняется, ничего не изменяется, не дописывается, то есть просто вам нужно добавить правильное окончание, и все. Ма унустан, я забываю, ма унустасин, я забывал. Не, и опять мы вернулись к теме управления глаголами, то есть на какие вопросы отвечают эти глаголы. И мы уже учили, мы юба уписиме, эт унистама, келест, миллест, о ком, о чем. Но тут совпадает с русским языком, да? А вот унустама, например, забывать, эстонцы у нас забывают, куда. Унустама, куху. Как и с глаголом кейма, еще раз повторяю, ходить в эстонском языке. Где? Кайма кус. То есть ходят эстонцы где, а забывают куда. И попробуем перевести небольшие такие тут предложения. То есть, опять-таки, я надеюсь, вы это уже все очень хорошо помните, но все-таки, на всякий случай. Ма унистан. Ма унистан о младшем брате. Младший, ну, по сути, маленький, да, о маленьком брате я мечтаю. Маленький – это вейке. Вейке – сест. Братья – веннаст. Вейке – сест, веннаст. О собаке. Коэр – собака. Коэраст. А лете, суве – это лето, сувест. О новом компьютере, вот он здесь новый. Ус, но ус меняется на уэ, поэтому уэст. Да, вы помните, что мы все эти окончания добавляем к второй форме. Компьютер арвути, и вторая форма у него тоже арвути, поэтому арвутист. О своей комнате. Свой – это ома, и слово ома у нас не меняется в эстонском языке. Ома – туаст. Комната туба,
Да, я надеюсь, вы помните. Туба меняется на тоа. Ома тоаст. Так, о пятнице там было. Пятница. Реде. Редест. О большом телевизоре. Ну, большой вы знаете. Это сур. Сурест. Телевизоре. Телерист. Я возьму короткую форму. Можно сказать телевизорист. Как мы говорим телерист. В интересной игре. Интересной вы знаете. Хувитов. Хувитоваст. Игре мэнг. Вторая форма мэнгу. Мэнгуст. Не. Ма унустасин. Я забыл ключи, например. Забыл ключи. Как будут ключи? Мы повторяли. В. Вэтмэт. Вэтмэт. Так, и помним, да, что эстонцы забывают куда, поэтому нам сейчас нужна форма куда. Как бы получается не дома, кодус, а куда забыл, домой. Кою. Унустасин кою. В машине забыл. Аутосе. На столе забыл, да, на. Это послелог у нас будет, мы учили их. Лауа, на. Пиале, да, куда, на столе, на стол, получается, да, забыл. Лауа, пиале, в сумке, то есть сумка у нас котти, да, как бы в сумку, получается, забыл. В прихожей, прихожей у нас эсик, если куда... Эсикусе. И в комнате комната у нас туба, да, но если я забыл куда в комнату, то тупа. Вот так вот меняется. Но вы это должны были повторять, да, эти вот формы, особенно ну, короткие формы. Кою, тупа. У вас было целое задание повторить формы, короткие формы куда. Ну и там не только были короткие. Ни я вель корт контролли эннаст. Еще раз повтори. Давайте повторим, да, с вами. Хотя, надеюсь, мы уже все повторили, и вы все прекрасно отвечаете, но на всякий случай. Это, кстати, последний наш слайд. Поэтому давайте быстренько его сделаем. Ни, мы играли в настольную игру. Мы играли. Мэнги си мэ, да, не забывайте, что это прошедшее время. В настольную игру, это одно слово в эстонском языке. Лауа мэнг, но мы помним, что играли во что, слово меняется. Лауа мэнгу, и я проиграл. Я мина, союзы вы должны знать уже у меня, конечно. Некоторые, не все, но некоторые я. Я мина проиграл. Как будет проигрывать? Каоттама, я мина. Прошедшее время. Каоттасинна. Он проигравший, а я победитель. Он. Та. Проигравший. Проигрывать у нас было каоттама. Каоттая. Та, каоттая. Вот так. Очень многие вы мне пишете. Та, каоттая. Я надеюсь, вас что-то смущает в этом предложении. Я надеюсь, вас должно смущать. Вас должно смущать, что здесь нет глагола олема. В каждом эстонском предложении есть глагол. Если у вас нет глагола... Значит, у вас есть глагол «улема», «таун», «калдая». Не забывайте про это. «А». Как у нас будет союз «а»? «Ага», «я», «победитель», «я», «мина». Опять-таки, глагол «улема», «мина», «олен», «победитель», «выйти». Я играл. Ма.
играл в прошедшее время. Мэнгисин сестрой с кем? Келлега сестрой. Сестра Уда с сестрой. Уэга. Мэнгисин уэга в шашки. Капет. И выиграл. Я выйтсин. Я выйтсин. Выйтма побеждать. Выйтсин. Я большой мечтатель. Видите, опять тоже здесь нет глагола. Я это не глагол, это местоимение. Большой это прилагательное. Мечтатель существитель. То есть здесь нет глагола, да? Но в эстонском языке так не может быть. Должен быть глагол. Поэтому маулен. Большой. Сур и мечтатель. У нас там было это слово. Как будет мечтать? Для начала нужно вспомнить. Мечтать это унистама. И чтобы добавить, чтобы сделать как бы человека, да, то есть мы должны добавить суффикс я к корню. Униста я. Малян сур унисте. О чем ты мечтаешь? О чем? Милест, потому что келест это о ком. Милест, сина, ты. И мечтаешь? Унистат. Унистат. Милест, сина, унистат. Так, я забыл. А теперь ма унустасин. Ма унустасин кошелек. Монустасин, раха, котти, меняется немножко у нас кошелек, да, потому что я забыл чего. Монустасин, раха, котти, но самое важное, дома, в русском языке где дома, а в эстонском не будет кодус, будет монустасин, кою. Мне нравится мечтать, мне нравится, да, вспоминаем то, что мы проходили в самом начале презентации. Мулле мельдип. Какой инфинитив еще раз требует мулле мельдип? Да, инфинитив. Мулле мельдип. Мечтать. Уни стада. Уни. Там и уни стада. Мулле мельдип уни стада. Ни. Но молодцы. Мы с вами все повторили. Вам сегодня надо будет повторить еще вторую часть. У вас еще будет небольшая вторая часть, где тоже было очень много важных и нужных тем. После чего у вас будет такое небольшое самостоятельное задание, которое вы должны будете мне сделать, но это не сегодня, не сегодня. Сегодня вы только повторяете. Вот. Это будет в среду, наверное, да, получается. Вот, что в среду у вас будет такое небольшое самостоятельное задание, в котором может быть любая эта тема, ну, любая, в общем, и будет. Вот. Ага. Täna ma soovin teile kena päeva, olge tublid!